Начальник отделения ГИБДД МО МВД России Буйский Алексей Чупринов подвел итоги работы за 6 месяцев 2021 года на территории городского округа город Буй, Буйского и Сусанинского муниципальных районов. Закрыли мы полугодие. Значит, получается, у нас на территории обслуживания зарегистрировано всего 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. 12 человек получили ранения. В прошлом году за 6 месяцев 2 человека погибло и 15 было раненых. То есть мы благодаря усиленной работе сократили количество совершенных дорожно-транспортных происшествий, не допустили, значит, погибших в этих дорожно-транспортных происшествиях и сократили количество раненых в ДТП людей. В целом за полгода пресечено более 2000 нарушений правил дорожного движения, из них 76 водителей управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. В том году таких было 65 водителей. Статистика говорит о том, что, к сожалению, меньше людей у нас за рулем пить не стали. То есть продолжаются факты именно таких вот административных правонарушений выявляться. В целом, значит, было проведено большое количество профилактических мероприятий. Это и операция «Снегоход» с зимы началась. Мероприятия по профилактике ДТП с участием пешеходов, мероприятия, связанные с профилактикой ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. Были проведены мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма инспектором по пропаганде совместно с органами образования на территории обслуживания. Это было в преддверии школьных каникул, также и в сами школьные каникулы в лагерях пришкольных. В целом дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних за полгода допущено не было. Я считаю, что это основное направление деятельности подразделения госавтоинспекции, и думаю, что оценка положительная все-таки вот именно за эти полгода в связи с тем, что ДТП с участием несовершеннолетних не было. 3 июля – профессиональный праздник, 85 лет, юбилей большой такой состоялся. Подразделения госавтоинспекции. Были приглашены сотрудники в Кострому, в КВЦ губернский, то есть там было торжественное мероприятие, где были поздравлены сотрудники губернатором, значит, членами Совета Федерации от Костромской области, то есть руководителем управления МВД России по Костромской области, руководителями, значит, различных направлений, то есть общественный совет, были вручены памятные подарки отличившимся, в том числе и, получается, по нашему городу было вручены три награды, то есть это инспектора ДПС Разумов Рябков и инспектор, старший инспектор дорожного надзора Маркин Андрей Вадимович за, то есть, выполнение служебных обязанностей качественно за полгода 2021 года, вот этого, за первое полугодие. Хочу поздравить всех коллег с нашим праздником, с юбилеем, то есть довольно-таки большой был праздник, и, как бы, и поздравления были от коллективов, от различных танцевальных, то есть вот, программа такая была обширная, дети поздравляли, стихи там были различные, танцы и прочее. Хочу в первую очередь также поздравить ветеранов, которые начинали и строили эту службу с нуля, так сказать. Наши ветераны, которые также присутствовали на этом празднике, были приглашены, то есть из территории как Буйского, так и Сусанинского района. Были вручены им памятные медали с руководителем управления госавтоинспекции. То есть всем понравилось, было замечательно.